Мне кажется, в такое время я еще влог не начинала. Здравствуйте. Доброе утро. Мы на даче. Короче, Денис сегодня... Ну, у меня такой был мини-командировки. Вернулся домой в 3 часа ночи и сказал, ну что, может, поедем? Пока завтра проснемся. Мы сорвались, поехали. Там как будто бы уже такой небольшой восход. Солнышко. Блин, прикольно так вообще. Это вот хорошо дача недалеко? Мы заехали за 50 минут. Ну, то есть трасса пустая, все хорошо. Но больше всего в шоке, мне кажется, собака. Потому что он вообще не понял, куда его сорвали в 3 часа ночи из дома. Нас совсем не ждали. Муж вон через забор лезет. Видно, не видно. Соседи напротив ворот поставили нашу машину, поэтому с боковой калитки пришлось заезжать. А замок у меня здесь с той стороны висит, с боковой калитки. Сейчас он откроет, пойдем. Блин, 4 утра. Я сейчас сюда пойду смотреть свои растения. Блин, так прикольно. Блин, тоже потекла. Все-таки есть в этом какая-то романтика. Я уже спать хочу. Сейчас как завалимся, зато выспимся. Ну, мы подумали, получается, что... Торик такой. Что это... Хорошо, у меня вся есть дежурная сумка стоит. То, что надо взять, и еще кое-что собрали там быстро. Что я же не собиралась. Что я думаю, приедет, но поздно спать захочет. Тур даже не понял, что можно выходить. Смотрите, затупил. Вот. Мы с двумя сумочками всего вот что бросили. Завтра надо как-то в магазин, что ли, ехать. Вот. Короче, мы сейчас ехали, видели, звездочка упала. Прям вместе с Денисом видели. Прикольно так. Сентябрь, сейчас звездное небо. У нас телескоп есть. Ну, пошли. На улице 11 градусов. Такая роса сильная, ты тоже здесь подскользнулся. Всего 11 градусов. Вам видно? Смотрите, у нас полнолуние. Классно так. Она прям такая крупная, большая. Блин, надо попробовать через телескоп снять. Денис тогда снимал, так хорошо и видно. Псих. Вам не видно, как он носится. Психушка маленькая. Господи. Псих, одиночка. Так. Блин, им же, наверное, уже холодно ночами. Там что у тебя прям всего? Ой, ничего себе, в 4 утра побегать, да? Интересно. Огурцы уже все? Роса прям сильная. Видите, это не уносило. Пойдемте, смотри. О, мята, по-моему, мяте бы лучше всего в такую погоду. Укропу никак. Здесь типа петрушка у меня. О, укроп. Даже зонтики маленькие. А мята... Мяте хорошо. Маленькая. Что это? Так. Надеюсь, он не осыпался, крыжовник. А, ну вот, мне кажется, все, его уже собирать нужно будет. Да, прям он хорошо. Так. Ну, ботва явно больше не стала. Да и огурцов, собственно, тоже. А, не, ну стало побольше. О, огурец. Так, а тут что? О, два. Там нет, да, ничего. О, еще один. Видали какой? Угу. Ой, какой смешной там закорючка. Вот этот какой-то у меня прям как будто плохенький. Да, на нем ничего нету, ему как-то вот плохенько. Что-то подгнило. И ничего нет на нем вообще. Ну ладно. Допустим. Видите, уже не так жарко. По-моему, не так сильно растет трава. Да, видите, вы, наверное, вообще ничего не видите. Ой, смотрите. А это другой расцвел у меня. Не тот, это другой сорт. Ой, какой хорошенький. Ой, это огромный. Вот этот хорошенький. Ну, здесь понятно. Такое ощущение, что у соседки прям течет вода сильно. Все, здесь розочка опала. А эти, смотрите. Вот видите, какие крупные. А тот, он это... Может, это вообще настоящий? Не, ну это не настоящий. И вот еще один. А те другие, видите, тот. Здесь все нормально. Тут
вообще точно у соседки, по-моему, сорвало воду. Но сейчас я вряд ли что-то смогу с этим сделать. Но там прям сильно шумит. Ну, эти вот уже почти все. О, фиолетовенькие распустились. Смотрите, какие. А здесь какие будут? Вот такие. Это, а какой аромат стоит. Не пойму, они разные или нет, там разные. И здесь побольше распустились. Листик погиб. Ой, а нет, вон он. Вот прям что-то плохо. Он есть там маленький. Ну, плохо. Розочка здесь. Ну, это все завтра. Тор, он спит сейчас. Торока ждет. Мне кажется, все равно уже сейчас меньше это не цветет, а это трава меньше растет. Мне прям так сильно вода. Я ее прям слышу. Да. Может, он так что-то плевать, конечно, я не знаю. Проливает, но он чисто вливает, ну вряд ли. Ну и все, да? Больше. А, он еще здесь. О, вот это красота. Смотрите. Вот это да. Вот эта роза, конечно, мне радует. Меня радует. Так. Псих с игрушкой. Ой-ой, слушай, кроты. Смотри, 2-3 кучи нарыли. 4. Вот, о, кроты. Надо ставить эту, такую гремелку. Здесь. Ну, это вроде цветет, значит, прижилось. Ну, там лилия обрезала. Ну, все. Все. Слушай, у Ларисы так вода шумит там. У Ларисы очень сильно шумит вода. Прям нарыли, посмотрите, что натворили. Ужас, откуда они пришли-то? Сволочь. Вам не видно ничего. А? Кайфово у тебя? Кайфуешь? Все, сейчас муж отдыхать. У него такая сложная неделя была. Да, да, спать, Занька, спать. Не было. Вот звездочка, смотрите. Ой, даже звездочку видно, какая она яркая. А уже светлеет небо-то. Больше. Ну да. Вон звездочка. Ну вот это прям ярко, ее даже видно в экране. Обычно не видно, когда снимаешь звезду. А вот здесь вот у нас, ну если когда темно, смотри, большая медведица вот здесь вот прям. Ну это я вам как-нибудь покажу. Вон ее слабо видно, вам не будет ее видно. Так, ну ладно. Ты видел, какие у меня подсолнухи? Ты че? Псих-одиночек. И вон, смотри, он там маленький. Ага. Ого, ничего себе, какая перекличка собак. Ты тоже решила ответить? Вам слышно, как они лают? Две точно. И наш тоже. Ух. Ну, эти хоть не замерзли. Подсохли, конечно, но не замерзли. Ночью, конечно, уже все. Там огурцы даже есть. Да. Засолим опять, да. Я сегодня хорошая закрыла. Хотела компоты закрывать и солить, и нифига. Не получилось. Ну, здесь, а здесь... А, ну вот один даже тут пытается. Ну все. Мы пошли. На этой прекрасной ноте. Мы пошли